Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о такой приманке, как балансир от компании Scarana. Моделька называется Ice Crystal Mark II. Данный балансир я приобрел недавно, но уже успел его как бы испытать, обкатать на двух недавних рыбалках. Последняя рыбалка была сегодня. Приехал я с водоема, где как раз таки у меня получилось неплохо обкатать данный балансир по окуню, соответственно. Сегодня окунь клевал на довольно-таки неплохо ловился, реагировал на ратлины. И я решил попробовать также и балансир. Глубина ловли вместе ловли была где-то порядка 4-5 метров. Использовал я зимний спиннинг для ответственной, соответственно, ловли с лодки. Подцепил я данный балансир и начал придонную проводочку, то есть подбросы приманки вблизи от дна в придонном слое. И удалось поймать несколько довольно-таки неплохих окуней. Ну, это такое, скажем так, некое отступление от темы. Расскажу сейчас о характеристиках данного балансира. Длина его 65 мм, весит он 21 грамм. То есть приманка довольно-таки тяжеленькая. Поставляется она вот в такой вот упаковочке. Сама приманка, сам балансир сделан довольно-таки качественно, установлены, как бы впаяны в тело. Ну, в принципе, у всех балансиров абсолютно такое же изготовление. Два крючка с разных сторон, в головной части, в хвостовой части. Крючки очень и очень острые. Также на брюшке, скажем, данного балансира установлен тройной крючок. Тоже довольно-таки цепкий, абсолютно нареканий никаких не вызывает. Кстати, окуни, которых я поймал, довольно-таки жадно засекались, хватали на данный балансир. Балансир был практически всегда в пасти у окуня. И, в принципе, никаких сходов особо я и не заметил. То есть, довольно-таки цепкие крючки у них. Общее изготовление, окрасочка данной приманки тоже довольно-таки неплохая. Ну, в принципе, балансир стоит довольно-таки недорого, на мой взгляд, по сравнению с более именитыми какими-то фирмами, более дорогими. Но достаточно-таки интересный экземпляр. Ловит он довольно неплохо окуня. Скорее всего, конечно, будет он также ловить и щуку. По щуке я его еще, скажем так, не обкатал. Но по окуню он уже показал довольно-таки неплохие результаты. Однозначно могу порекомендовать данный балансирчик к приобретению. Довольно-таки достойная и интересная моделька. Всем спасибо за просмотр. До свидания.